Всем здравствуйте, с вами Антоша, вы на канале Нуклеон, мы продолжаем играть в Ruin King League of Legends Story, там что-то Виего и все вместе и тому подобное. Мы продолжаем открывать трешовские двери, по-моему, мы уже открыли на каком-то... Так, это мы здесь, древний зал, это у нас какой этаж? На первом этаже мы, короче, все открыли, нет, это нихуя не первый этаж, подожди, это точно не первый этаж. Получается, первый этаж это сверху. Да, вот здесь вот мы, значит, что-то не открыли, потому что у нас не хватало умений. Но сейчас у нас амулет пиздатый. Все классно, и мы можем все открывать. По идее, так. Древний наплечник нам дали, но, наверное, говно, потому что все почему-то, что я подбираю из всяких вот этих штук, оно говно. Не, смотри-ка. В конце боя еще и свежие силы там поставлены. Я же на Брома надел, да? Да. Или нет? Подожди-ка. Я что-то очень быстро надел. Древний наплечник. Да. Вроде да. Ну ладно. Хорошо. Я немножко засомневался, потому что... Так. И получается, куда мы тут не сходили? Здесь мы все были. Все вот это вот это. Вот сюда вот мы не сходили. Вот эта вот область, она тоже была закрыта за миллионом замков. И здесь, по-моему, ходит, блядь, дед ебаный. Вот этот вот костер, я так и не понимаю, зачем он, но я на него пока хуй забью. Мы за МФ-ку уже там итем получили. Вот, и мне, в принципе, как бы и поебать уже теперь. За МФ-ку уже итем получен, в чем тогда проблема вообще? Все, теперь мне туман даст пройти? Блядь, не дает густой туман пройти, ты прикинь. Ну, как-то это, походу, связано, я не знаю, может быть, вот так вот? Блядь, не. Не знаю тогда. Пока не знаю, может быть, из-за трэша не можем пройти на самом деле. Ну, то есть, что, в принципе, он здесь сейчас существует, и он какие-то комнаты может это, но... Овладевает ими, блядь, не знаю. Давай, где получается у нас, какой надо? Самый верх-то где? Это самый верх? Область древние залы, мы там были? Нет. Значит, вот это самый верх все-таки, где мы только что были. Вот здесь вот, да? Да, и вот мы шли к библиотеке боли. Все, тогда получается, ребятушки. Все, продвигаемся. Сейчас будет где-то встреча с трэшом. Получается, все, открываем крайнюю дверь. Отключаем оберег. Поехали. Фух. Так, ну чё. Значит, вначале, блядь, МФ-ка юзает Ешку, да, потом сразу же ульту, Браум юзает тоже ульту, и Лавой хуярит, блядь, Ешечка и забирает, блядь, душу трэша, если она есть у него и тому подобное. Давай, тимфайт, комбо-ломбо. Здесь у нас что? Сундучочек еще один. Игрушечный йордл еще один. Так, это у нас, по-моему, бижутерия, да? Не. А что это? А. Не. Подожди. А где? А, ну вот бижутерия, а чё я её не увидел-то? Он такой говёный. МФ-ки можно надеть. У неё только улучшается, всё нормально. Пусть у неё пока это побудет. Так, тут, наверное, миллион врагов. О, вот-то пошло. Так. Постойте. Это те же символы, что были в благословенном хранилище. Удивительно, блядь. Их начертал твой народ? Да, мой народ. Эти реликвии когда-то принадлежали племени Виссани, моим предкам. Ну так это... смотреть на оставленные ими следы. Так это же бывшее королевство Виего, ну чё ты удивляешься? Там по-любому были эти Виссани, те же говорили, что они приходили. Чё она каждый раз удивляется? А как же мы? Блять, да вы знакомы-то с хуй, да нихуя. Говорит, как же мы? Чё, дурак, что ли? Уже много веков. А мой народ, блядь, вымерший и просто пьяница, блядь, которого она из Иони забрала там, не знаю, нихуя. Так может трэш он тоже, блядь, из Виссани бывшего? Кто знает? Трэш отец Ари. Что это такое? Это еще один солнечный камень. Сосуд. Похоже, его гангпланк привез трэшу. С чего ты это взяла? Просто вот с... Вот отсюда, блядь, вот так вот. Но все же... Я пощелкал, если что, если микрофон не словил. Изнутри доносятся голоса, чувства, воспоминания. Они кажутся мне знакомыми. Типа в этом диске это души? Воспоминания моих предков. Но почему я вижу их, как в тумане? Они взывают ко мне, но кажется,
чужими. Да, бля, души, потому что походу. Может, со мной что-то не... Да ёб твою мать, заебал. Если твой народ владел тайным знанием, неудивительно, что трэш захотел его украсть. Мы не узнаем, что... А кто был раньше, я не понимаю, вот трэш с Виего или Висания? Возможно, он нам еще пригодится. Мне кажется, просто что они примерно плюс-минус на равных, но нет? Сейчас есть дела поважнее. Интересная находка. Пусть она поможет тебе найти предков. Никто не заслуживает одиночества. Это да, бро. Ты вот как скажешь, так отрежешь. Это да, это верно. Не будьте одинокими, пацаны. Эти взяли, ушли, блядь, Ари здесь осталась. Ну, прикольно. Меня-то никуда не телепортировали? Нормально. Так, что у нас? Дай теперь я посмотрю. Я думал, с этими кристаллами надо будет какую-то загадку разгадывать, а они такие, типа, просто для сценки поставили их здесь и все. Ой, опять свора врагов. Давай, ты меня заметь. Ты меня заметь. Желательно, чтобы еще кто-нибудь меня заметил. Ты меня заметь. Давай-ка мы с тобой прямо здесь и подеремся. Итак. Так, все как я люблю, блядь. Все просто вот это вот сверху, блядь, маслицем намазали, нахуй, да? Вот, черненький хлебушек. Дальше, колбасочку сверху положили, помидорку положили, яишенку сделали. Все, пиздато, все как я люблю. Как еще тебе описать? Так, этих мы ебашим мгновенками, да? Я думаю, так, это я помню тебя, блядь. Ты делаешь этих вот фолиантов ебаных, она делает зачем-то. Вот зачем? Как это получается, что и фолиантом ей наносится удар? Потому что она... Это они, блядь. Что-то такое. Она больше ничего не делает, кстати, по-моему. Она только их и вызывает. Давай так ебашь тогда. Пока что. Не, а что делать-то еще? Ману пока не буду тратить. Нету смысла, не имеется. Бля, урон это она много наносит. Мы пока чисто эти ульты, короче, понабиваем. Вот. Можно еще раз, на самом деле, Браумом щиты раздать. Но я не думаю, что это нужно прям. Вот сейчас, возможно, нужно будет, кстати. Да, бля, сейчас пиздец нужно. Мрачный призрак, 10к хп, пиздец. Очень больно получается. Так. Ну, давай сразу, ладно, да. Можно она кританет? Накритует, блядь. На 10к хп. Не. Нихуя. Надо было до третьей ульты ждать. Или Браума мультить, чтобы щиты были. Так, ладно, Ила. Ну, давай. Блять, не, подожди. Ты у нас можешь исцелять ведь. Нужно нам исцеление. Ну, походу, на эту, на МФ-ку-то нужно. Наносит и исцеляет ИЛАО. Исцеляет цель. Вот, давай цель. Вот тебя, да. Да ты сделай вот это. Потому что у остальных еще щиты пока есть. Ну вот, да, хорошо. Сейчас Браум еще щитов раздаст. Блять, больно. Так, Браум, щиты. Да подождем третью, короче, третью подождем и МФ-кой ультанем. Я думаю, она успеет этот настакаться. Третья ульта. Он, да, да хуя успеет, конечно. А, еще два раза успеет, по-моему. Так, тебя пока вот так вот. И после приветственного выстрела... Вот, разбивательница сердец. Сейчас мы тебе сердечко-то, блядь, разобьем, если оно у тебя есть. Но там, по-моему, нихуя нету. Он какой-то полый. Вот, но мы попробуем. Бам! Блядь, 3к хп, еб твою мать. Как она ебошит. Так, но сейчас мы третью ульт не будем юзать, потому что надо оставить его. Блять, а чё так больно-то? Ты чё, Ила? Нужно исцелять всех союзников, сейчас будет юзать. По-любому. Так, Ила, исцеляет всех союзников. Браум, делает щиты. МФ. Ебаш, хуярь. Капитан, извините меня, пожалуйста. Капитан, шортики, блять, хуярь. На этот сундук, блядь, ставит, который не нарисовали. Это пиздец, конечно. А чё по тебе-то? Где урон? Блядь, больно. Так, исцеляем, щитуем. Давай. Блядь, да больно, заебал. Реально ведь опасно, больно, неприятно. Давай всем. Да блядь. Короче, сейчас так и будем делать. Ила исцеляет, это хуярит. У нас только МФ, получается, будет ебашить. Потому что сейчас пока по-другому не выгодно никак. Да, вот так вот, давай. Продолжаем. По-другому пока не выгодно. Ну вот так, да. Я думаю, оно и так, в принципе, ебанет нормально. Да? Ну неплохо, конечно, блядь. Можно и лучше. Так, давай мгновенку щитов пока заебись.
Щитов заебись. Сейчас я думаю, что делать. А, что за вторая ульта ОМФ? Ну-ка, назовите мне, покажите ее, блядь. Тоже ХП дохуя. Увеличивает шанс критического удара у всех союзников на 80. 1200. Блядь, наверное, забрал мана щиты заюзать, короче. Вот что я думаю. Да. Исцеление нет, пока не надо. Давай вот это. Накладывает раскол. А за Браума? Давай вот так вот. Так, смотри. 900 щитов, 900 щитов. Это я вот здесь смотрю, опять же. 900, 900, 500. Сейчас прибавится, блядь. Будем мы с тобой щитоводы. О, по косарю прибавилось. Все, хуй кто убьет. Может теперь за МФ-ку поультить немножко. Чтобы всем разъебашить. Блять, больно все равно, он ебашит, конечно, жестко. Давай еще один Порогидон, че мне? Нормально. А че мы только что Порогидон делали, и Браум еще раз ходит. Интересно, конечно, тема. Хорошо. Так, МФ-очка. Все-таки, наверное, вот это ты делай, да. Ром. Ну давай ты прыгнешь разок. А ты прямо вот где у тебя вот это вот? Вот, наносит. Вот этому. Потому что я думаю, мы и так убьем. Да, было на самом деле Браума на деда, блядь, прыгать. Она сейчас убьет их всех, да, да. И бам! Блядь, не добили, чуть-чуть не добили, пиздец. Ужас X6! Да хуй меня клал на твой ужас, блядь, иди в пизду. Да заебись, блядь, я тоже говорю, блядь, молодчик, просто молодец, дать медаль мне надо. За то, что я тут хожу, дедов разъебываю этих ваших всех. Это у нас что за штука? Улыбка фортуны. Так, подожди, не бейте меня. Так, здесь нету нихуя, судя по карте, но мы сходим. Может, тут нету нихуя, но что-то все равно имеется. О, что это такое? Чего это, да, блядь? Глиф считается как гроб. Как мал. Как крахмал, блядь. Что-то я пока не вкурю. Рэй, Иги, Варо, бля, сейчас призовут кого-нибудь. Так, открыть на закладке прелюдии, открыть на закладке включить глиф, вот. Книга попытается получить энергию из ближайших глифов и сотворить заклинание призыва. Ничего не происходит. Ага. Книга прелюдия. Введения, написанные исследователями данного сборника заклинаний. Во избежание несчастных случаев на глифы наложены чары, допускающие только гармонические сочетания. Раньше созданная глифами дисгармония высвобождала опасную и неконтролируемую энергию. Теперь же глифы просто не сработают, если одна из комбинаций несет дисгармонию. Два синхронных глифа нужно активировать одновременно, иначе они не издадут звука. Два синхронных глифа. Заметки. Глифы Мал, Зеу, Рэй, Гроб, Варо и Ги. Одновременно можно подключить не более трех глифов. А как, блять, тогда? Рэй всегда должен быть в состоянии противоположном Малу. Блять, опять загадки ваши. Зеу и Рэй синхронны. И Ги и Варо тоже. Гроб образует дисгармонию со всеми глифами. То есть мы подключаем три глифа. Противоположном Малу. То есть мы можем подключить что? Блять, я не понимаю, как можно более трех, не более трех подключить. Если. Ну давай пока Зео и Рей включим. Посмотрим, что будет. Потому что вот здесь вот в прелюдии написано. Теперь же глифы просто не сработают, если два синхронных глифа нужно активировать одновременно, иначе не издадут звука. А, то есть просто два синхронных надо одновременно, Зео и Рэй, окей. Давай, где Зео? Не-не-не, не надо Иги. Зео, это не Зео. Где Зео и Рэй? Это не то тоже. Это что? Мау, вот Зео и Рэй, да? Рэй, Зео. Давай так тогда, да? Включить глифы. Книга пытается получить заклинание. Ничего не происходит. Зео, Рэй включили. Как Мал. А Мал с чем, блядь, синхронен? Заметки. А Мал ни с чем не сокрытен. Малу, блядь. Какое Малу, если там Мал написано? Мал. Гроб нахуй идет. Эти два тоже синхронны, блядь. В смысле? Тогда давай вот этот включим.
Вот этот отключим. Вот этот включим. Вот этот. Да иди сюда, блядь. Ой, вот этот включим, вот этот включим. Давай. Продолжить. Глифы заряжают энергией колдовскую книгу. О, призвать потустороннее существо. Я смиренно служу обладателю этого тома. Обычно меня призывает трэш, но, быть может, я буду полезна и вам. Я окажу вам эту услугу 3 раза. Так, призрачное создание говорит вам, выбери предмет, и я верну вам его более мощную модификацию. Блять. Давай вот эти. Давай. Да. Минутку. И что ты мне дал? Какие они? Где? Снаряжение. И что они теперь делают? Лучше они стали? Хуже? Че, я нихуя не понял. Эпический, блядь. Я не понял. Ну, давай вот у этой тоже. У нее какой-то пиздатый. Смотри, вот эпический. 988 урона. Давай так. Давай положить оружие. Давай, а где твоя ктулха-то, блядь? Где? А где Иловой-то? Так тут нет Иловой, подожди. Блять, ну давай щит Браума тогда. Ладно. Что-то я тоже не посмотрел, блять, что там. Щит благословенного хранилища. Я не вкуриваю ничего, если честно, блядь, нихуя. Она лучше стала или чё? Ну вот у Илы хорошо, вот броня. Лечит. В конце боя восстанавливает. Физзащита. 95-95. Давай. Броню. Где Ила? Где Ила, блядь? Тут нету Илы, хорошо, плащ императора, вот надет сейчас на МФ-ке, ладно, хуй с тобой, заебало, нельзя, блядь, какие-то выборочные можно только. Нет, смотри, он не надет на ней, плащ императора, это же не он. Это не он. Плащ императора, подожди. Да, блядь, я забыл посмотреть. Ну-ка, что за хуйня? 104, плащ императора, хорошо, на всякий случай. Положить броню. Плащ императора. Да. А, он просто эпический. Может быть, мы еще встретимся. Это вам больше не пригодится. Так, хорошо. Давай посмотрим, сколько он теперь делает. О, 158. Ну, вроде, да, побольше. Ладно, я могу теперь отключить? Да, могу отключить. Потому что у нас, по-моему, есть еще и тут, наверное, какая-то хуйня. Это больше вам не пригодится. В смысле? Это вам больше не пригодится. А, это все, типа? Вся загадка? Давай все включим. Все? Блять, ясно. Ну ладно. Поулучшали мальца. В принципе, тоже сойдет неплохо. Пусть будет. Так, давай-ка мы сразу же в инвентарь зайдем. Что-то вот я тут посмотрел, что у меня мана нихуя нету. Давай мана. И тебе мана. Все. Чтобы у нас сейчас было. Потому что мало ли какая-то пизделка начнется. Еще что-то. Мы идем теперь сюда. Здесь у нас, блядь, вот уже один пидорас. 2 пидораса, 3 пидораса, блядь, 1 000 000 пидорасов. Оббегу? Нет, не оббежал. Так, не зря ману сделали. Давай так, давай так. Ты настакивай. Брам, щиты, все верно. МФ. О, под улыбочкой-то фортуны, блядь. Отлично. Так, там самый уёбок, это, по-моему, этот здоровый хуй такой, типа, как этот. Не знаю, как его назвать, блядь. Блядь, какой-то супер-ультра-призрак в доспехах, хуй знает. У меня даже сравнение, блядь, не находится, я настолько охуел от жизни. Где вот он? Вот. Нет, не он, нихуя, это не он, вот это не он, блядь, нихуя, не-не-не-не-не. Нет, давай Парагидон. Щиточки, очень важная тема сейчас. Shields. Yeah. Shields, it's for me. Теперь вот так. Здесь.
Лечить, наверное, никого не надо, поэтому можно ударить. Но тут щиты все-таки раздай. Блять, ты и так указываешь все время всем на дверь. Ты же Браун, ты держишь, блять, дверь ебаную. Говорит, укажем на дверь, блять. Сколько можно указывать? И так все на нее смотрят, блять. Так, давай по нижнему поработаем немножко. Кровотечение, блять, сработало от кого-то, от кого хуй знает. По нижнему работаем. Надо его разъебать. У него тоже кровотечение. Так, Браун. Мало. Это очень мало урона. Ила. Отлично, минус один. Работаем по среднему. Так, все сконцентрировались, блять. Очень важное мероприятие. Хуярим одного бомжа. Искаженный хранитель, блять. Хуярим искаженного хранителя. Ебать, что у меня на улице происходит? Что-то страшное. Кто-то орет, блять. Ну ладно. Лишь бы этот... Ничего там не повредили никому. Так, нет, хуйня какая-то, подожди-ка. Блять, так, подумаю, надо щиты опять. Уже все щиты кончились, а этот ебанет, так ебанет, как говно просто. Нет, да, вот это да. Это да. Здесь у нас что, всем врагам? Нет. Сейчас мы сделаем лучше. Сейчас мы на МФ третью заюзаем. Я понимаю, что не совсем, конечно, наверное, тот то время, но она, блядь, наносит дохуя урона. 12 тысяч или 1600. По-моему, 12 тысяч намного лучше. Бэм! Салют на Новый год! Ура! Да заебал ты ставить ногу, блядь. Я не могу на это нормально стрелять. Хоть что делай. Почему только им-то урон нанесся, блядь? Почему большому урону не нанес? Ну ладно, давай пока по мелке поработаем чуть-чуть. Я понимаю, что надо бы большого, наверное, выебывать, но пока, ну, никак это, блядь, не получается. Минус один. Теперь нижнего, брам щиты. Ну, хорошо, это пока, ладно, щитычки. Так, минус еще один, замечательно, теперь ты. Значит, АМФ-кой мы сделали эту хуйню. Да, блядь, больно, ебать. Так, Илай. Мы должны сейчас подлечить, вот через абсолюточку. И МФ добьет, скорее всего. И все. Вот так вот. Такая стратегия. Такая тактическая игра. Все изи. МФ, добивай нахуй. Добивай, блядь, не стесняйся. Да, Браун, ты-то можешь вообще хоть вот это заюзать по хуям. Сейчас она уже добьет. Сейчас уже все. Ты тоже можешь эту хуйню заюзать. Тоже поебать. Бам! Изёва. На самом деле, ебать тут врагов. То есть тут прям до хуя их. Это вот я уже вторую пачку людей, блядь, этих собрал. С которыми пизжусь. А их прям много. То есть это прям дохуя. Так, письмена мы тут проебали. А, ну на новой должности. Да, мы эту хуйню читали. Это неинтересно. Открой, блядь. О, зелье маны. Они знали, что я тут буду ходить и, блядь, куча маны тратить. Так, где-то вот здесь вот есть ультрасундук. Тут, видимо, все в ловушках, поэтому он какой-то ультрасундук. Блядь, еб твою мать. Реально, хуй подойдешь. От, блядь, гордость раскалывателя панцирей какая-то. Вот только что на Илу я пытался сделать броньку пиздатую, а мне ее просто так дали. Я не знаю, на самом деле, здесь сделана очень по-странному вот эта вот хуйня. Атака. Ну, она и так не дамажит, конечно. Не, не буду. Здесь сделана очень по-странному хуйня. То, что, типа, есть несколько вариантов, как можно улучшить броню, себя, оружие, еще что-то. Но они не нужны. Вот серьезно, они по факту не нужны. О, большой телепорт есть. Прикольно. А это что? А я не могу. А, не могу. Я понял, что это. Вот. Но по факту они не нужны, потому что тебе буквально через локацию, через что-то выдают, блядь, намного лучше хуйнюху. Так, вот сюда мне надо за этим идти, за квестом. Но я хочу сходить сюда, что это за красная. Крайняя комната такая интересная. Четыре здесь хуйневины. А я их не смогу открыть, да? Неа. Прикинь? Неа. Говорят, тебя сюда нельзя, сюжет тебя пока сюда не пустит. Ну ладно. Идем сюда тогда, наверх. Нам сюда и надо было, что ли? Бля, походу. А, ну здесь лестница есть. Ну ладно, ладно, пойдем посмотрим. Там, видимо, трэш, блядь, стоит. Блядь, конечно, смотри, какие ворота. Ой, блядь, красивые, красивые, пиздец. Прям вот на превьюшечку так вот. Я и ворота, блядь. Я и ворота. Браун, покажи свою дверь. Как? О! Не, вот так вот. О, красиво. Погнали. Так. А, все вы собрались. Да, блядь, как ты догадалась? Сука. Ты узнала.
Я что, такой же, как Брау? Посмотри на эту дверь. Такую выберет только злобный мерзавец. Или Брау. Брау, забирай с собой нахуй. Разве не хочешь ее сломать? Браум уже устал предлагать. В смысле? Ты двери ломаешь? Ты не должен ломать двери, ты должен любить двери. Ну, блядь. Нихуя себе. А как она открывается? Она так и открывается на самом деле? Или он ее разъебал? Ну, пойдем, пойдем. Да, заебись, блядь, работа. Работничек, блядь. Без выходных хуярит. Двери ломает. О, треш, блядь. Ух, шука. Сейчас будем ебашиться. Что делаешь? Санет, спишь? Бля, голос его пиздец. Красивый. Какой план? Расскажи нам. О, как я люблю, когда смертные сопротивляются, когда медленно тают. Ну, между нами, блядь, тут у нас есть бессмертный, та, которая поклоняется богам, восстаи. Пьяница, блять, качок и МФ. Тебе с нами не справиться. Да в натуре. Ты саппорт сраный. Если только ты не в АД. И не в урфе. Ваши жизни ничего не стоят. Мне просто нужно было выиграть время. Какое, блять, чтобы Виего выздоровел? О, сука. 26 кассов у тебя, ёб твою мать. Так, ладно. Приветственный выстрел. Но я думаю, мы его не убьем. Точно так же, как мы тогда Маокая не убили, вряд ли. Тут никто так не умирает. Скорее всего, мы опять доведем его до ума, там, до косаря. Блять, ты зачем так сделал? А ты зачем так сделал? Охуеть. Блять, немного качает. Я-то как охуел, как меня выкачало, блять. Да почему тут только такие-то зелья, блять? Какое-то дерьмо. Ну давай Илу, да. Так, Ила. Ила. Проебила все и проебила. Мне нужна помощь, чтобы сражаться. Блять, всем она нужна. Давай вот так вот, да. Давай хэппис ему установим вначале. Я думаю, это норм тема. Но я не удивлен, что он жесткий на самом деле, естественно. Блять, да что так мало хэпписов-то установил? Давай щиты и хуярь. Больно. Не, не больно, нормально. Так. Лечим МФ-очку. Хорошо. Так, абсолютка готова. Абсолютку надо юзать за Браума. Но за нее пока я могу только вот так вот сделать. Блядь, щитов все наклал, пиздец. Да заебал, блядь. Я только на Браума хотел заюзать. Да ты прикинь, что за зелье это говно, блядь. Мне не нравится. Так, давай-ка я переиграю, блядь, в пизду. 2 минуты назад сохранение, да. Я нихуя не понимаю, что за зелье-то говна тут происходит. Ты видел, блядь, дерьмо мне какого-то дает. У меня же есть пиздатые охуенные зелья. Почему он мне их не, на бой, блядь, не дает? Где это я сохранился? А, это я там, где этот, выебывал двери, да? Да. Так, сейчас, блядь, сейчас поймем. Инвентарь, давай, хорошо. Вот зелье. Нет, вот зелье. Вот, почему вот это вот не дает? Сортировка. Так. Малое зелье возрождения. Большое зелье возрождения. Большое групповое очищение. Подожди. А как бы мне, как бы мне... журнал. Не-не-не. Подожди. Это все не то. Снаряжение. Смотреть образы, сменить. Образ. А. Просмотр. Нет, не то. Очистить. Т. Нет, не хочу обучение. Руны, ясно, ладно, понятно. Давай-ка, блядь, подумаем. Как бы мне вот сделать так, чтобы они были у меня в первых рядах? Вот это вот. Восстанавливать дохуя. Вот это восстанавливать дохуя. Вот этого дохуя. Я что-то не понимаю. Ладно, давай я просто вот так вот сделаю. Я использую все вот эти вот. Можно их, блядь, выкинуть как-то? Алло. Заебали, а как? А как мне это сделать-то? Я хз. Я не знаю.
умения, снаряжение. Ну давай обучение посмотрим, давай. Это я знаю. Ой, блядь, сейчас будет нахуй, я понял. Я понял все, да, блядь, я понял. Давай, нет, возьми вот эту хуйню. Так. Очень все плохо. Я не знаю, ладно, давай еще раз попробуем. Если сейчас будет такая же хуйня, и мне выдаст опять эти дурацкие зелья, я прервусь. Ну и начнем. Ну, прибуду к вам тогда, когда этот, когда уже все тут произойдет, все решится, и я разберусь, блядь, как оно что делается. Да я, да, блядь, да. Трэш, ты уже пиздел, это хорош. Давай. Я в курсе. Да. Почему-то пропустить-то нельзя, блядь, да. Хорошо, ладно, я понял. Пора призвать. Вот, давай. Пожалуйста, можно я первый схожу? Вот, зелье открываю. Малое. Почему вот я не могу вот сюда вот еще дальше заехать, блядь? Чё малое? Почему малое? С конца оно хуярится? Мне не надо с конца, блядь. Чё за бред? У меня же другие зелья есть, ну ёб твою мать. Короче, я скоро к вам приду. Короче, ребятки, я не знаю, я уже что только не переделал, я уже сходил, попробовал на костре посмотреть еще что-то, я не знаю, вот здесь вот только зелья вот эти вот есть, вот эти вот 7 штук, все, я другие никакие не могу выбрать, я не знаю почему, то есть я не понимаю, где их, блядь, указать, еще что-то, я хуй знает, я не знаю, поэтому я не представляю даже, как мы сейчас будем с ним сражаться. Ну, допустим, за Иловой мы сразу же сделаем, наверное, исцеление всех, да? Потому что всем пизда сейчас будет. За Браума сразу же всем щиты сделаем. А на МФке, возможно, как-то, ну, вот так вот начнем все-таки, да? Я надеюсь, он не захуярит всех сразу. Нет, ну всех сразу не захуярил. Ладно, нормально. Так, ладно, щиты мы успели раздать. Щиты мы успели раздать, и мы будем... юзать, значит, говоря, на Брауме постоянно по Рагеддон, чтобы хоть как-то нам этот, чтобы хоть как-то нам жить. Но я не понимаю, что с зельями, блядь, происходит. Это хуйня полнейшая, если честно, какая-то. Так, ну давай еще постакай немножечко щупалек, чтоб они были, блядь. Так, это очень хуево. Это плохо, что у нас осталось мало хэписов. За Браума срочно по Рагеддон. Да почему ты-то ходишь, блядь? Ты вообще сейчас не должна ходить. Все, Браум, по Рагеддон. За Иловой сразу же исцеление. Моментом. Моментально. Да. Так, сразу же исцеляет всех, давай. Всем нужно исцеление, блядь, это точно, это по-любому. Браум, по Рагеддон. Как бы ты думал, блядь, что ты лавина, ты молодец, да, по Рагеддон. Это сейчас самое главное. Всем щиты для всех щитов. Хорошо. Много щитов, заебись. Так, Ила, восстанавливай хп. Блять, у тебя же тоже есть абсолютка, что ли? У него тоже есть абсолютка, ты посмотри. Блять, пизда мне, походу. Он ее копил, заебись просто. Ёб твою мать. Короб, блять. И что делать с ним? Пока, хз. Блять. А чё... Блять, не понимаю, ладно, давай пока на серединке мы будем. Ила, исцеляй. МФ, пей. Что-то происходит, нет? Он нас куда-то отсоединяет, я понять пока не могу. Что-то ты делаешь с этим коробом, нет? Браум, по Рагеддон. Я просто не понял, что это было. Ну типа, ну короб и что, блять. И нихуя. Опасность короб, кто попал? Блять. Много нанеслось, да? Да, много. Ладно, у него 9000 хп осталось. В принципе, это убиваемо. Блять, Браум, только живи, я тебя прошу, блять. Да спасай Пора, я сейчас тебя спасу, блять, по Рагеддонам. Вот на самом деле, чисто только на щитах и вывозим. По идее, мы бы вывезли в первый раз, когда бы я не ушел с боя. Но ебаные зелья, я вообще хуеваю. А почему так, блять? Что за бред? А почему Браум сейчас себе щит не раздал? Как... Почему так? Не понял. Так, давай вот эти щиты.
Ила исцеляет. Браум щитует, все нормально. Так, ты делаешь вот так вот. Абсолюточка готова, можно... Да, блядь, заебал! Опять короб? Хорош! Не дуркуй, блядь! Опять короб? Да. Блядь, хорош, все. Не надо. Я тебя и так заебошу. У тебя осталось 3000 хп, это все, это ничто, блядь, хорош. Не нужно тебе это. Ну давай вот так вот, я уже не знаю, уже похуй на самом деле. Все, заебись. Но он, видишь, он типа не умер, блядь. Он не сдох, в отличие от всех остальных врагов. Он нет, ему заебись нормально, что это? О, неплохо. Что-то неплохое, хотя, скорее всего, говно. Блядь, все левел получили, пиздец. Охуеть. Всех потом буду им улучшать стоять. Сорвем твои планы, мучитель. Да в натуре. Сорвете мои планы? О нет, я уже близок к победе. Схуяли, ты только что проиграл. Новая погибель накроет Билджвотер, а потом и весь мир. И после этого я вернусь, и все души Рунтерры будут моими. Да? Бля, а чё он? А куда он? В смысле? Как это он? Хвала богине. Он сгинул. Да не сгинул он, блядь. Даже духи не возвращаются, если нашпиговать их свинцом. Да ладно. Он сказал, что погибель накроет... Мы убили его? Вот так просто? Что он натворил? Это Ганпланк. Пора, наконец, разобраться с этой трюмной крысой. Надо двигаться вперед. Вот сюда, вот в эту хуйню двигаться? Ты что, дурак? Серьезно? Проникнуть в цитадель и разыскать трэша, окей. Блять. Давай-ка назад. Тут-то что есть? Нет. Нет, пока нету. Так, ладно. Сердце островов. А я хуй знает, где мы. Ой, да ёб твою мать. О! Тут можно поменять зелье, заебали. Сколько можно, блядь? Зелье нельзя поменять. Ну меня, блядь, так выбесили эти зелья. Да какого хуя же, вот просто. Какого хуя? Я почему не могу выбрать пиздата это что-то? О! Меч, хуеч. Меч-леденец, блядь. Сейчас мы придем. Сейчас мы придем, блядь, этому Вегу. Он еще не родился, мы ему пизды отдадим, блядь. Сейчас все будет, сейчас все будет. Попиздите о чем-то, давай. Хочется бежать как можно дальше. Беги, сука, беги. Я тоже на этой земле не закрывшаяся рана. Но ее можно исцелить. Конечно, можно, блядь. Бактерицидный пластырь нахуярил или этот. Какой там, блядь, этот клей для ран. Ну, заебашишь сейчас, и все, прольем, и заебись. Дорогая Калиста, 2 из 2. Вот здесь только, блядь. Вы помните, мы Калисту читали, блядь, серия прошла. Калиста, мы уже много лет служим вместе, и если я в чем-то и уверен, так это в том, что ты не предательница. Меня глубоко возмущает то, что о тебе стали отзываться с таким неуважением. Хоть я и понимаю, что король не в себе от горя. Завтра мы отплываем в Гелию, как бы мне хотелось избавиться от растущего беспокойства. Я видел усталость и замешательство на твоем лице, когда ты отклонялась после долгого дня службы. А знаю, что я разделяю твои чувства. Чем бы ни закончились завтрашние путешествия, я уверен, что ты приведешь нас к благословенным островам. Не сомневайся, я буду рядом. Если с тобой что-нибудь случится, я себя не прощу. Блять, чувак, случилось. Случилось, она стала пиздец какой. Получен фрагмент истории. Вот дает он мне эти зелья. Нахуя мне их даешь? Чтобы я, блять, повозмущался еще больше. Ну вот серьезно. Сколько можно? Давай посмотрим персонажа. Конечно, беседуй. Беседуйте. Ты не так осторожна, как думаешь. Я знаю, что ты охотишься в ночи. Иногда мне трудно... Да она же говорила об этом открыто. Ты чё, в смысле? Если ты думаешь... Я этого не говорила. Ты научилась контролировать невероятную силу. Да какую невероятную силу? Почему она ее не показывает-то, блядь, тогда? Теперь мы все... Музыка... Ой, блядь, пиздоболы тоже. Невероятная сила, блядь. Показала бы хоть раз свою невероятную силу, а не подыхала бы, блядь, от одного урона просто. Ей нанесли вот просто... Блять, плюнули в нее, она уже умерла, блять. Она уже такая. И все. Что тут, письменов каких-то? Дорогая Калиста, часть 1? Вы поняли, блять? Здесь 1, там 2, в смысле? Ясно. Пиздец, блять. Вот опять, здоровье, здоровье, пиздатое, классное, да. Это все очень прекрасно, все клево. Но какого ж хуя-то?
Какого хуя, я не могу его в бою-то, блядь, поменять, использовать. Серьезно, мне надо все остальное, блядь, вначале использовать перед этим. Что за ебатория? Моя воля править Белжвотером сильнее любви сопливого мальчишки. А кто сопливый мальчишка? Виега? Стой! Не выпускай его! Блять, Ила, вы охуеть, да? Планк, тебе конец. Нихуя вы тут, бригада, блять. Наконец-то явились зрители. Встречай своего короля, Фортуна. Ну давай, покажи, чему обучен. Ели твои козни, трэш. Я возьму то, что мое по праву. О да, я чувствую силу твоей страсти, твоей ярости. Давай, освободи меня! Гангпланк, стой! Ты хочешь заточить меня в этой безделушке? Я не настолько слаб. Меня больше ничто не удержит. Я воссоединюсь с любимой. Моя страсть будет сжигать этот мир, пока она не вернется ко мне. У меня, если что, я что-то без слов, блять, прямо у меня. Клево сделано. Прям прикольно. Я аж прямо охуел, да, речи потерял. Да, блять, ты что, серьезно? Мы только что дрались с трэшом, теперь еще и с ГП нахуярится. Ёб твою мать, ну давай сразу опять исцелять всех. Ну что делать? Я не знаю. Сразу исцелять, сразу щиты, все, давай сразу, только так, у нас зелий-то нет, ну нихуя же, конечно. Блять, больно, ну не так больно, кстати, как трэш, по-моему, поменьше. Блять, нет, нихуя, спиздел. Щиты. Естественно, щиты, естественно, Порагидон, как без него мы будем жить вообще? Заебись. Так. Исцеляй, ты только исцеляешь у нас. Так, ты, делай вот это. Делай свое грязное дело, МФ. Ты, щиты. Я даже силу, вот эту вот, путь силы не использую, чтобы побыстрее просто было, и все. Дальше, вот так. Это чисто, на самом деле, драка МФ и ГП. Больше ничья, нахуй. Так, блять, плохо. Ну, может, еще одну щупальку заюзать? Нет, по-любому надо исцеление. Сейчас он что-то хуякнет, больное, жесткое. Порагидон. Нет, не Порагидон. Давай мы подождем. Давай просто щиты, да. Пока подождем. Блять, и он ультует, ёб твою мать. Опасно, нахуй. Это откуда у тебя, блять? Ой, пиздец. Так, бей вот так. Тут по-любому нужны. Вот, щиты, хорошо. Давай вот так вот, да. Это я, наверное, зря, конечно, но... Ему надо показать, что мы тоже что-то умеем, блядь. А то чё он, охуевший? У нас МФ жесткая, жесткая. Ты сейчас пизды получишь, блядь, нормально. Щиты. Исцеление. Не надо, чё ты сделал, блядь? Что ты сделал? Забудь, что ты это сделал, блядь, просто. Так, сюда. Отлично. Мы в нормальном еще состоянии, кстати, неплохо. Держимся без зелий, без нихуя, это все хорошо. Так, щиты. Эту хуйню. Ила. Лечи, блять. Вообще идеальная команда. Мы просто команда-манда, блять. Все, тебе пизда, ГП. Тебе пизда. Смотри, я тебе гарантирую. Тебе пизда. Все. Это пиздос тебе. До свидания. Бам. Нет, не бам. Не пиздос. Тогда вот так. Давай-ка, Брам, еби ему, блять. Своей могучей дверью. Всем. Почти. Добиваем. У-у-у, отлично. Поебда, блядь. Поебдочка. Эти доспехи едва заметно светятся, на ощупь показываются теплыми. Охуеть. Надо было перед этим вкачать им все зачарования, умения и прочую поеботу. Какие-то тут прям файты-файты уже. Вроде он еще дышит. Поверить не могу. Неужели все закончено? Нет. Он не должен. Мы вернемся в Билджвот. Так еще ничего не закончилось. Если ему отрубят голову на глазах у всего города. Справедливая кара. Сара, сейчас не лучшее время, чтобы планировать как... Парший король ускользнул. Сказал, что король будет сеять смерть и разрушение по всему миру. Блять, да, так и сказал.
Надо срочно вернуться. Надо, надо, блядь, надо вернуться. Что там? Амулетик его заберешь? Что с ним происходит? Туман? Too much? Нихуя себе. Эти реликвии не дадут тебе умереть. А че он такой злой-то? Я знаю, что для нас лучше. Они типа постоянно так срались? Она его не любила? И он ее, походу, тоже не особо. Непонятно. Но нам показывали другую картинку ведь тогда, в тот раз, и кому верить? Но этот нам показывал дух. Ари. Некрит, который. Туман. Сквозь него я заглянула в воспоминания падшего короля. А, это все-таки воспоминания этого Виега. Его безумный гнев и страдания. Ну, это ты какие-то ссоры увидела, походу. Он стыдится правды. К концу жизни его супруга Изольда боялась его. Да ладно. Но он только и твердит о том, как сильно ей нужен. Это ложь. Он лжет сам себе. В глубине. Неожиданно, блять, на самом деле. Особенно учитывая, сколько он в лиге, блять, про это говорит, про Изольду и тому подобное, ну. Вернемся на корабль. Нежданно, негаданно, блять. Закончили мы, видимо, на Сумрачных островах, походу, и ебошим в город. Судя по всему. Все на борту? Кто-нибудь видит короля? Блять, я здесь. Давай, браво, хуярь там. Собралась огромная черная туча. В одном Трэш был прав. Сейчас время наш главный враг. Да Виега наш главный враг. Его Виега зовут, а не время, блять. У кого-нибудь есть идеи? У меня. Возможно, я смогу призвать на помощь ветер. Я буду тебя поддерживать. Это типа ты в парусах хуякнешь ветром? Я раньше не делала, но... Звучит как полное безумие. Пока мы спешим навстречу врагу по морю, я поговорю с более близким противником. С каким? А, с ГП, в смысле? Пока я его запирала, Ганпланк нес какую-то чушь. Блять, сколько катсцен, я охуеваю. Да она пососаться пришла, вы ж любите друг друга. Решил продать душу в обмен на власть, и вот результат. Сара Фортуна казнит тебя, когда мы вернемся в Билджвотер. Я ведь говорил, что пойду на все, чтобы вернуть власть в своем городе. На все я так и сделал. Признаю, охуеть. Он был прав. Он говорил правду. Я обещал власть над черным туманом. Говорил, я смогу остановить страховин или направить его на врагов. Все, что мне нужно было сделать, сломить волю падшего короля. Так ты, блядь, надо было потерпеть немножко. Возможно, ты обрек нас всех на смерть. Может быть, да. Ты не смогла удержать меня от глупости. Блядь, еще и она виновата. Серьезно? Да? Все, что между нами было, осталось в прошлом, Гангпланк. Ты знаешь традиции Бухру. Богиня требует, чтобы люди росли и менялись, а ты не меня. Вы с Сарой Фортуной раскачиваете общую лодку. Грызня за Билджуотер убьет вас обоих, а заодно утопит и всех нас. Я хотел измениться. Когда Сара чуть не убила меня, я забыл о гордости. Когда меня достали из воды и притащили к тебе, я хотел знать вердикт. Понять. Типа пройти испытание Бухру? Когда смерть заглянула мне в лицо, я подумал о тебе. Да пизди. Только. Я тоже много о тебе думала. О том, какой дурой я была, решив спасти человека, способного заключить союз с Трэшем. С тех пор, как мать-змея сочла тебя... А, он прошел, нихуя себе. Я сомневалась во всем. Боялась, что она направила меня на ложный путь. Или я ложная жрица. Искупи свою вину. Ты знаешь, как победить Трэша и падшего короля? Помоги нам, прошу. Будешь отмалчиваться? Тогда я не стану мешать Саре тебя казнить. Нет.
Да? Ты знаешь как, блядь, серьезно? Ты сказал, что мой амулет поглощает черный туман. В него можно заточить падшего короля. Так у тебя ж не вышло. Амулет должна быть сильнее, чем его, чтобы амулет сработал как надо. Угу. Что движет? Блядь, да Изольда им движет, что еще? Любовь. Конечно, блядь. Он ищет свою супругу. А Трэш знает какую-то тайну, которая сломит волю короля. Блять, что? Правду ему рассказать, типа? Я так понимаю, Ари сможет ему этот, ну... Ари заглянул в память короля. Его любовь к супруге была не так уж... Видимо, Ари должна победить Виего, по всей видимости. Он типа пришел к ней на ганг на мит, а она ему пизды раздала. Прямо как один мой знакомый. Хо-хо-хо, сравнила, блять. Твой амулет еще работает? Он не блестит, как тогда, на сумрачных островах. Так ты батарейки, блядь, поменял. На меня, туман повредил амулет. Как его починить, я не батарейки, блядь, я тебе говорю, контакты проверь, перепаяй там все. Значит, нужна сильная воля? Знай, что я отдам твой амулет Саре Фарсу. Да схуя ли ей-то? Я думала, она твой заклятый враг. Так и есть, но сейчас... Билджвотер в опасности. Пока я слушал Трэша, то готов был править кладбищем. Но теперь, во имя богини, кто-то должен спасти Билджвотер. Мне нужен город, в котором есть люди. Имей в виду, носить этот амулет опасно. Там, по-моему, и так осталось дохуя, кстати, людей, которые поддерживают ГП. Почему он, блядь, туда не вернулся просто так по приколу и не перевернул все опять к хуям, как просто это МФ сделало с друзьями? Ну, с людьми просто, да и все. Скажи Фортуне, что казни не будет. У меня еще остался туз в рукаве. Какой, блядь? Похоже, мы догнали короля. Так вот, каков наш враг. Как он силен. Невероятно. Это они уже типа назад приехали, блядь. Хватайтесь за что-нибудь. Заебись. Все, нам пизда. По-моему, нам пизда. Где-то нас выкинет. Я хуй знает, где даже. Остров Облачного Дракона нас выкинуло. Где-то на берегах. Что-то я стал часто тонуть. В этот раз хоть компания хорошая. Как вы, целы? Меня не так просто отправить обратно на дно. Даже Ганпланк выжил. Хуя он здоровый, блядь, а чё он такой здоровый? Вон рядом с ним стоят два других чувака, они намного меньше. А, в карцер. Вот, вот на этой лодочке, блядь, карцер-то. Да, блядь, хорош пиздеть-то. Нет, я и говорю, блядь, хорош пиздеть. Нам ни за что не успеть в карцере. Ганг-планк, но мы... Илаой. Сейчас не время для сомнений. Что-то... Ясу? Что блять. Поверь своему чутью. Чутье подсказок. Ты разве не... Да, здесь что-то хуево, я понял. Взял, съебал от всех. Лучше, если я поговорю с ним наедине. Ну ты иди, блять, поговори еще. Да ебаный твой рот, блять. А че пиздеть-то столько гораздо тут нынче? Никогда столько не пиздели. Так долго использовал свои способности, тебе не помешает отдых. Я в порядке. Я чувствую твою постоянную тревогу. Твою боль. Когда мы познакомились, ты спросила, от чего я... Ну, типа от Азакан, точнее, нет, не от Азакан, а от того, что типа брата захуярил. Меня обвинили в убийстве учителя. Да, ты убил Йоны. Я слышала, как люди в Ионии рассказывают эту... Похоже, каждый иониец уже знает обо мне. И у всех имеется свое мнение. Но. На самом деле, Йоне нашел свое призвание в мире духов. А ты-то откуда знаешь? Его душа продолжает жить. И боль, которую... Ясу, я знаю, когда-то я любил... А откуда он это может знать? Но однажды я считала себя чудовищем, которое невозможно контролировать. Но благодаря тебе я поняла, что на самом деле это не так. Ветер воет. Идем, вернемся к остальным. Ветер зовет тебя или Йоны зовет тебя? Что-то я так и не понял. Успокоили нервишки?
наверное. Думаю, нам нужно выяснить, в чем дело. Думаю, у вас нету выбора даже. Согласен? Что ж, мы все равно тут застряли. Ну да, да. Да неужели, блядь? Да ёб ты, неужели, блядь, мне дали поуправлять? А чё? Что опять? Хорошо. Я понял, игра. Я понял, спасибо. Всем спасибо, что смотрели это. Подписывайтесь на канал, ставьте лайкосы. Очень сейчас длинная концовка была, пиздец. Надо было перед Гангпланком остановиться, походу, и потом поиграть. Но это жесть просто, сколько они болтали сейчас. Это очень много сюжета, на самом деле, он классный. То есть в каких-то моментах, особенно в кинце, у меня прям речи не было, что сказать. Я сидел, молчал, я стрелял, такой, бля, клево, охереть, классно. Но это вот так много и внезапно просто. То есть то нам ничего не давали, и тупо врагов. То тут дохуя-дохуя всего. Они могли это как-то более порционно же сделать. Почему так? Но в любом случае, мы подебили ГП, подебили трэша. Не подебили Виега, к сожалению, пока что, но мы обязательно его подебим. В следующей серии, я так думаю, что уже просто дело идет к концовке, к развязке. Так, подписывайтесь на канал, все это сказал. В общем, всем удачки. Встретимся с вами в следующих сериях. Всем пока. Давайте.